От линий транспортных к связи интерактивной. Высокая скорость интернета уже не прихоть пользователя, а важная необходимость. Без доступа в сеть в современном мире уже просто некомфортно. Мобильные операторы под высокой нагрузкой и чтобы успевать за потребностями клиентов, увеличивают покрытие и разгоняют скорость. Сколько городов Ставрополья уже модернизированы? Ответы в сюжете. Активные пользователи требуют развития сети интернет. Ставропольцы уже перешли от проверки почты и общения в мессенджере к довольно тяжелому контенту в социальных сетях и хостингах. В числе интернет-активных городов края оказались Невинномысск, Михайловск, населенные пункты Кавказских минеральных вод и столицы региона. МТС постоянно развивает свою сеть, и в частности мы большое внимание уделяем сети 4G+. 4G+ – это сеть высокоскоростного интернета. В принципе, скорость достигается до 100 мегабит в секунду. А это примерно в два раза быстрее прошлых показателей. Интернет, можно сказать, летает уже в 30 городах Ставрополя. Чтобы поддерживать сеть на высоком качественном уровне, мобильный оператор по-прежнему сосредоточен на совершенствовании пропускной способности и устойчивости к нагрузкам. Причем не только интернет, но и голосовой связи. В первом полугодии компания МТС огромное внимание уделила строительству и улучшению качества голосовой связи в городе Ставрополе. Город Ставрополь – это растущий город, где появляются новые высотные дома, красивые микрорайоны. И меняется ландшафт покрытия, изменяется качество сети, и мы постоянно должны соответствовать требованиям улучшения качества покрытия в новых микрорайонах города Ставрополя. Пользователи МТС, считают в компании, должны быть уверены в качестве связи в любой точке края. А учитывая интерес россиян к санаториям КМВ, интернет для гостей региона должен быть на высоте. Анастасия Ивановская, Николай Попов, Ставропольское телевидение.